Всем здорово, с вами Паркет и Фантом. Сегодня мы будем смотреть наши старые видео и реагировать. Я это давно хотел сделать, но не знал в каком формате, потому что микрофона у меня нормального нет, и на телефоне это нельзя сделать. Поэтому сегодня мы поставили штатив на компьютер, и мы просто сзади экрана сидим. Да. Так, давайте включим первое мое видео. Точнее, оно не первое, но на самом деле первое я удалил. А это видео вот 5 лет назад, оно 2016 года, так у меня... Да, звук. А, так, это уже. Это на половине. Это на половине видео у нас тут. Сегодня. Так, давайте начнем. Всем привет, с вами Платон. Сегодня. Сегодня бла-бла-бла. Сегодня мы будем делать бла-бла-бла. Происходит там, а? Вообще неудобно. Ой, как вот это, блин, неудобно. Нам вот дофига удобно, чтобы было на штатив настраивать 3 часа. Вот тот самый ковер, на котором мы сейчас сидим. Ну, вообще-то, да, у меня, блин. Я не знаю, как это сделать. Договорились? А вы поставите лайк и напишите комментарий. Договорились? Бизнесмен. Я сказала, не важно. Бизнесмен. Подожди, я не могу. Да, давай, чуть-чуть. Одну игру. Куда ты прям сначала? Я не знаю, как это сделать. Он не знает, как это сделать, понимаешь? Короче, я буду вам показывать на автопилоте. Договорились? На автопилоте. Ну, собственно, и на этом заканчивается интересное видео. Потом тупо на автопилоте, вам 5 минут. Короче, да, потом я сижу 5 минут на автопилоте. Короче, метр кринжовости 11 из 10. Так, зачем тут функция скачать, интересно? Вот кто это скачивает, будет по-вашему? Тут еще должно было выйти бы эта функция. Спасибо, блин. Заплатите мне за то, что я снял 7 минут кринжа. Так, потом 9 сентября 2016 года, дата мне подскажешь, что это на самом лучшем видео. Скример от паркета. Я сошла с ума. Халк крутится. Всем привет, с вами Фантом. Привет. Отлично, вот что там. До сих пор нормально. Давай. Не хочешь полететь? Так, что ты там говоришь, дебил? Он нам не так нужен. Мне кажется, надо было сравнение сделать, как я выгляжу сейчас. Да. Вот это вот. Давай, смотри. Так, ну что ты дурацкий компьютер? Ну что ты дурацкий компьютер? Вот так вот. Так. Интеллектуальное видео просто. Это у нас сейчас мы снимаем комп. Минута молчания. Мы вот просто снимаем комп, на котором есть видео, в котором видео снимает комп. Отлично. О, там растение против зомби. Ребята, я не могу. Вот, я пока показываю вам, а то это долго. Отличное просто видео, слушай. 12. Качественное, вот самое качественное видео. Так, давай вот. Вот. Ну, новое. Не прям снова, да? Ну что, просто под концу флексит. Ну, короче, кринжа не особо. Это старое видео, дай мне найти старое видео. Вот, я помню, тут прям кринжовое был один вид. Да, блин. Мне без мышки что-то неудобно. Вот, что у меня в рюкзаке? Здесь. Так, тихо. Что у меня в рюкзаке? Здесь. А, я думал посмотреть, что у меня в рюкзаке. Можно тут только вас сравнить, но здесь. Вот я покажу, что у меня в рюкзаке. Да, как интересно.
Извините за то, что не идея метро дешевле, не идея его. Мы прощаем тебя. Просто мне не захотелось. Не захотелось. Кстати, вот история с тогда. Короче, я тогда думал, что типа, почему же ютуберы так ноют, что они выпускают видео каждый день, это же легко. И потом я типа наклепал там, я не знаю, видео 10 в день, я просто клепал иногда. Типа, максимум, по-моему, 14 было. Я тогда типа удивлялся, а что же они так это вообще? Чего они так сложно говорят, что так сложно выпускать видео в день? Я же могу 4 видео в день выпустить. Да потом, короче, потом через несколько лет посмотрел, что качество этих видео, короче, было вот таким. Сзади бабу шлюк. Да, кстати, там Лунтик на заднем плане играет. Мне было просто пофиг на видео, я Лунтика смотрел на заднем. Математика! Вопрос для вас, вот моя азбука, которую я просто ненавижу. Это был в Волгограде? Это, нет, это в Москве, это просто старый. Еще? Мартина еще потом. Да, которая на жирафе. Чего оттуда, кстати, приехала? А? Это чего наша. Классное задание. Классное задание. Правда, тут все перевернуто, я понимаю, не знаю. Ничего не перевернуто, я так вижу. Вот рабочий, вот печатная тетрадь по математике. Вот это ты дома. А мы уже с тобой тогда были знакомы? Тогда вот смотри. Короче, мы с тобой тогда был какой класс, пятый? У меня такой, кстати. Первый. А, не, мы тогда не были. Да, мы там уже были. А ты тебе были? Мы были, но потом потеряли друг друга за то, что я приехал. А вот, вот, вот. Потом нашлись. Вот, у меня, кстати, сейчас, когда мы были знакомы, вот в детстве, ты где жил-то? Я хз, слушай. А я вот жил, вот прям вот здесь вот, но в другом доме, на самом деле. То есть вот прям рядом-рядом, на этой же улице, на этом же доме, но... Ой, в другом доме, короче, да. На втором этаже, да? Да, даже на втором этаже, на самом деле. И кот, на самом деле, от квартиры остался тот же. Точнее, не кот, а это, ну, короче, ну, да. Домофон. Короче, вот этот пенал у меня, собственно, был до 5 класса, поэтому я 5 лет вот этот долбанный пенал носил, он был уже изрисован, бедный. Да, вот это вот. Я до сих пор ношу. Ну вот мне и поменяли пенал, наконец-то. Я не хотела тут, конечно. Это просто футбольный план, не знаю. Вау, да, это ж план! Реальный план, блин. А вот моя... Какиш. Когда любит какиш. Тетради. Для тетради. Что для тетради? Тетради для печатания. Да, печатание. Тетради, это вот все мое, короче. Бомбочка. Спасибо вам большое. Больше у меня там ничего нет, кроме... Вау, какой большой рюкзак. Это его фигни, которые... А у вас, кстати, в детстве сколько было? Никогда не надо доставать. Минимум 3 это в первом классе, когда в первые дни. А максимум 5. Ну или с допом шурс. Но... Так себе. Выше, а у нас сейчас первоклассники сидят по 8 уроков. Конечно. Но у них перемена 45 минут. Можно, может быть, не по 8, да, может, по 3, но у них же перемена там 45 минут. Ну да, у них перемена такая же. Так, теперь вот какое вот прям кринжовое еще видео, которое мне надо вот посмотреть. Вот. Не, вот это хаос. Не, вот, интервью у Эмили, вот это было очень тупо. И потом на сегодня я спрошу все у Эмили. А ты что начала? Прям вот залетели. Да. Так, какое твое любимое блюдо? Блюдо. Пирожки. Это очень адекватный просто вот человек, который вопрашивает. Это сколько залетело, сколько просмотров? Ну, что вам дают в садике? Я имею в виду, типа, вот видео просто залетели сразу. Всем привет, Эмили. Что вам дают в садике обычно? Капиш. Ну что вам дают на обед? Под жопу к нам дают. На обед. Че вам дают в садике? Че нам дают в садике? Пын-бун-дага. Это просто цитата гения. Пын-бун-дага. Я у него спросил. Он хочет, наверное, выпить. И вот, естественно, там на заднем плане бабушка. Да. Ходишь здесь. Дура-бура-дура-бу. И вот прикол в том, что сейчас этот чувак в третьем классе. Сколько тебе лет? Сколько тебе и вот мне интересно, лет? Как он отреагирует на то, 4. Вот просто, что я у него спрашиваю. А сколько серьезно? Платошек тебя снимает?
Поэтому 5 лет назад говорили, ну, ты, там украли. Было 4. Ты ходишь в садик? Сейчас, да. А где он сейчас? Там да. Же, вот это Камаш. Садик или в детский клуб? Где? Камаш. Девочка. Это рядом, рядом с Саратовом. Клуб. Как называется? И мы оттуда сбежали. Годнота. Как называется? Ха-ха, смешное слово. У нас произошли технические шоколадки. Ну что, тут снимать всякую ерунду. Ганата. Ганата, ха-ха, смешное слово. Будьте поделены. Ганата. Это вот я называется новое слово, сказал бы. Ган. Гав. Какие у тебя глаза? Тупые. Максимально тупые. Он такие за тупым остался? А? Какого цвета у тебя глаза? Это дебильный. Вот последняя ваша встреча. Какие любишь мультики смотри? Иметь. Какие любишь мультики смотреть? Записывает. Какие любишь мультики смотреть? Он любит смотреть. Он не умеет долго сосредоточивать внимание. Видишь, он на два вопроса. Там фиксики на заднем плане теперь. У нас стол мультик, кто фиксики? Там еще Эй Николя был на заднем плане. Вот в другом видео я уже. Два-три вопроса и все. Привет, я Николя. Да, вот мне надо. Я Николя, обычный мальчик, я не люблю решать задачки. Даш, Энтони, блин. Не, не, давай он... еще видео снимем. Не Антон, а... Антон не Антон, а Энтони. Ты же англичанин. Так. Так, вот, видишь, еще видео с Эмилем? Давай, согласен. Платон и Эмиль. А, вот да. Это неинтересно, вот хаус-хаус, вот это прикольно. Потом Платон и Эмиль. У нас уже 10 минут видео. Вступление идеальное. После 15 из 10. Концерт просто на высшем уровне. Я только что понял, что у нас статив криво стоит. Так, тихо. Вроде нормально. Я хотя бы полный экран видно его. Нет, Платон, не это. Фрэнк долбанный. Бибим. Я теперь машина, оказывается. Я то машина, то я Франкенштейн. Кто я вообще? Всё, готово. Всем пока-пока. Пока. С вами был Платон и Эмиль. И ну, слышь, пока. Пока. Я послышала всем шпака. Всем шпака. Это, по-моему, так и было, по-моему. Так. Ну вот Платон и Эмиль, да? С вами Платон и Эмиль, скажу всем привет. Сейчас тоже типа гениальные фразы скажу. Я так то свет умею. Видео в поезде, просто тогда интернета и не могло быть. Мы прощаем себя. Там интернет сломался. Сломался, а может потому что мы в степи были просто. Прикольно, Эмиль тут шутит. Шутит стендап просто. А у меня компьютер ломается. Стендап-комик просто. Прикольно. Компьютер сломался. Нормально. Стендап-комик. Я еще даже не знаю, на что обзор провести. Это, наверное, будет обзор номер 3. На Эмиля? На него. Обзор на Эмиля. Дебил. Друндамбу. Друндамбу, понимаете? Я не знаю, на что обзор провести. Цитаты великих людей. Короче, Эмиль, давай шути, я пока что. Давай, что стендап-комик. Чё? Ладно. Лови носок. Не пойму. Там у нас 15 до 10. Я сделаю обзор на вот эту вот дурацкую палку, которая я в камышине. Вот это обзор просто на палку, которую чесать жопу надо. Я сошла с ума, я сошла с ума. Вот это вот такая вот палка-чесалка. Допустим. Это не моя рука. Да ладно. А мы думали, это вот твоя рука. Вот труба-дуба-дуба, да. Труба-дуба-дуба-дуба-дуба. Жиза. А у тебя есть контакт? Это может быть под собой уже. Нет. Это можно использовать как оружие, реально. Вы слышали, он бежит? Мы же с Саратова давно сбежали. Мы же с Саратова очень давно сбежали. Короче, тут ничего интересного.
рисование тут прям как вот этого скриншота. Обязательно скриншоты надо делать. Так. Наверное, это все будет. Хотя вот я, наверное... Фредди в поезде, что делать? Вот после того, как это... теперь... Фредди? Да. Вот после того, как теперь... Всем привет, с вами Платон. Мышка Фредди стал мимом, это вот обязательно. Чё ты? Это не фотка. Алло, двигайся. Не двигайся. Это кто? Зомби. А я хз, кстати. Пошёл он. Я не помню, кто это. Нет. Похож на Кирилла наш. Нет. Который говорил нас. Я не успокоюсь. Хорошо, типа мушка Фреда. Но тут долго видео. Показывать-то нечего. Включите звук погромче. А, скример! Так, вот что давай в шарики такие. Не, в шарике там ничего интересного нет. Там не кринжово, ничего. Вот что тут прям кринжовое такое? Вот. Борьба за... Вот, наверное, вот это. Вот она, ну вот это последнее видео на сегодня. Мама, снимай. Куда? Ты куда угодно. Вау, такая интересная борьба. У нас будет три раунда. Просто постановщик. Илюх, давай, еще раз. Два. Ну три раза надо. Три раза надо, давай. Мячиком, бежим, бежим, давай, мячиком. Вау, ты такой крутой, ты, ты поймал мяч. Какое... А кто это? Подожди. Уходи. Это Илья, который младший брат. Я три раза победил. Я победитель. Вау, ты такой крутой, ты поймал мяч три раза против дебила. Так, ну ладно. Ну, короче. На сегодня мы будем уже кончать. Короче, это вот для фотки просто, чтобы сравнить, как я выгляжу. Да. А вот это, собственно, фантом. А, подождите. Вот давайте вот последнее видео, которое первое с фантомом было. Вот смотрите, вот, так, вот это как он выглядит прямо сейчас. А, он не изменился. Да, я не изменился. А я изменился только из-за того, что я тебя очки. А вот как я выглядел в детстве. Сейчас я покажу. Я тоже сейчас покажу первое видео с тобой. Там ты прям лысяш какой-то. Какой-то лысяш здесь. Короче, человек нехороший. Так. Где тут у нас трансляция с тобой была? Если не полную буду показывать, конечно. О, вот примерно. Лютый. Так, давай теперь это... Мразы. Где тут... Так, трансляция с Ильёй. Я нужно именно видео с тобой. Так вот. Может быть, вот это... Вот Pixelgun 3D, вот это очень кринжовое видео. Я только что понял. Это настолько кринж просто. Так интересно, как ты кидаешь дартики. Дартики. Все равно. Просто пошел за автоматом просто так. И сейчас аниматроник типа вылезет. А, скример. Вот это звуки выстрелов. Тогда это нас снимал. Да, это Алиса, кстати, снимала. У него троник. Мишка Фредди. Я скорее Мишка Фредди. Ау, Шика Фредди. Самое главное доказать, что ты попал. Да, реально. Все, я типа сдох уже, понимаете? Вот я сдох. Я сдох. Алло, я сдох. Я сдох. Алло. А я, кстати, еще так продолжение. Тело. Там еще тут. Мама, не говори. Все, типа сдох уже, понимаете? Ну я сдох. Видите, я сдох. Алло. О, мы, а ты сказал, а мы не на троне сейчас. Я уже там просто типа перекатываюсь, как будто натурально. Я там еще язык типа высунул, типа сдох, понимаете? Ну я сдох. О, я теперь не как Дора выгляжу, слава богу. Так. Реально. И, по крайней мере, у меня тянули зубы, как у Доры, блин. Спасибо за это.
Так, ну а теперь, может, по-настоящему будем заканчивать. С вами был Паркет. И, короче... И да. И, короче... короче. Я же твое лицо показать не могу вообще. Ну ладно. Всем пока.